Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами Альберт Вескер. И хочу принести небольшое извинение, что сейчас вы будете впереди смотреть. Впереди будете смотреть видеонарезочки под мою озвучку. Объясню вкратце. Дело в том, что когда я записывал вот этот анбоксинг, слетела озвучка. Слетела озвучка и полностью пропала от самого начала. Вообще у меня не осталось озвучки моей. К сожалению. Бывает такое несчастье, к сожалению. Случается. Поэтому будем с вами понемногу, полигонечку смотреть. Я буду озвучивать всю еще раз процедуру того, что у нас здесь произошло. Надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием. Так что давайте я буду прямо рассказывать, что будет входить в комплект. Ну, а финальный результат вы уже видите вот здесь вот, если что. То есть свет есть, все прекрасно. Ну что, начнем? Итак, как можете наблюдать, я здесь открываю как раз-таки вот одну из двух частей этой посылки. Можете попытаться разобрать, что я говорю по губам, но говорю сразу, бред был полный. Ну, сейчас разобравшись вот со всей этой дело красавицей, вы, кстати, будете меня видеть здесь уже внизу, в правом экране. Я, как говорится, хочу посмотреть на себя со стороны. Почему бы мне не сделать это хотя бы в монтажечке? Итак, как можете видеть, у меня там все повывалилось, все повылетало. И... Да. Сейчас вот... Вы видите вот такой крепежик. Это крепеж для стола, то есть прикрепляете. Вот как вы видите, я на своем Blackway 9500 Pro показываю. Телефон прочный, не переживайте, ему ничего не будет. Это второй Nokia, по сути, если не первый. Отглотнем. Заодно, кстати, посмотрим, как я буду выглядеть со стороны чисто технически. Так. Это вот пришла такая вот... Не знаю, будет ли видно в миниатюре. Вот такой вот пультик. Это пульт для управления с телефоном, ребят. Это пульт для управления с телефоном. Это, вот сейчас видите, треножка. Она уже у меня поставлена, поэтому я уж ее не покажу вам здесь на экране. Но вы увидите ее в записи, вот как видите. Такая вот крупная. Она реально большая. Очень удобная. То есть у меня стол вот здесь. Она вот так вот, Вот у меня стол, как бы вам показать? Отвлекайтесь на того и до другого, я понимаю. Но вот стол вот здесь, она вот так вот хорошо проходит. И вот здесь кругляшок. То есть она очень большая, она хорошая. Мне вот очень понравилось. Мне вот она реально очень понравилась. Очень хорошая такая же вещь. То есть, как можете видеть, такая вот действительно массивная. Массивная стойка, очень хорошая. За что я могу только сказать спасибо. Вот реально, очень крепкая и, главное, надежная. Она с пружинами, то есть она регулирующаяся. То очень, в принципе, неплохо. Ну и давайте сейчас перелистнем. И пойдет уже, как говорится, показ. Хотя даже можно перелистить, я сейчас к ее... Да-да-да, я сейчас уже к ней перехожу. Хотя нет, надо перелистнуть, я здесь занимался мусором. Так, вот. Вот, 6-я минута. Вот, да. Вот видите, показываю. Открываю посылку. Да, в этот раз будет у нас вот такого формата анбоксинг. Надеюсь, никто не возражает. Реально, мне очень жаль, что не было озвучки. Вот открыли. Входит здесь инструкция. Кстати, инструкцию эту легко потерять. Опять что ли? А, нет, вот она. Вот. Вот эта вот инструкция, как можете видеть. Это инструкция по сборке. Комплектующие с одной стороны. И правила сборки с другой стороны. В принципе, все относительно нормально, все крепится. Правда, конечно, она не со стойка для крепления для стола, но, в принципе, суть сбора одинаковая. В принципе, сама суть сбора всего одинаковая. Вот я пультики показываю в крупном разрешении. Оба пультика. Один у меня сейчас выпадет. Ну, это тут как раз-таки то, что я вам показываю. Вот. Вот это тут. То, что там вот лежит. Вот это у меня в руке. Да. В этот момент он у меня вылетел. Не переживайте, ничего страшного не случилось. Вот эти два пульта, они в принципе оба рабочие. Но вот этот вот на обычные батарейки формата 3А, что в принципе отлично будет служить заменой вот этому пульту, если вам удобны вот такие вот. То есть если у вас нет возможности покупать батарейки, вот большие кругляшки такие вот,
то, в принципе, вот этот путь отлично вам подойдет. Но я рекомендую, конечно, вот этот, потому что он более удобный, такой вот, по сути, как панелька. Панель управления, мне больше удобно. Хотя RGB-подсветочка, вот такие вот тоже варианты, тоже хороши. Контроль яркости, цвет, синий, красный, и просто регулирование цветовой палитры. То здесь все есть. Ладно. Давайте теперь перелистнем как раз-таки к нашей... хотя, я ее сейчас уже... Ой! Вот. Я пока пульт достаю. Вот она. Вот это как раз-таки подсветка. Что она у нас наверху? Вот здесь у меня стоит. Я на нее смотрю. Вот она прям хорошо. Вы, наверное, даже можете видеть ее, кстати, у меня. Во! Нимб над моим глазом. Двойной крючок, кстати, такой своеобразный. Да. Также скажу сразу, что я не стал крепить к ней. Я не стал крепить вот это. Это крепление для телефона. Ну, во-первых, мой телефон не долезет. То есть, ну, видите разницу большая. То есть, это таких для малогабаритных телефонов. Можно было бы сюда, конечно, камеру закрепить бы, но... А зачем? Мне главное, чтобы меня освещало, а камера стоит себе нормально, и все хорошо. Вы меня видите, я вас вижу, то есть все прекрасно. То есть все прекрасно, ты меня видишь, я тебя вижу, все прекрасно. Поэтому вот это я убираю сюда вместе с пультиком. То есть убираю в эту коробку обратно, то есть эту коробочку я сохраню. Сюда потом, может быть, лампу убирать и перевозить. То есть все очень удобно, лампа великолепная. Цвет мне нравится. То есть, видите, я тут показываю, как вот эта вот деталь для телефона, она сюда крепится, как она все дело соединяется, шарниры. Тут, кстати, мне очень понравилось то, что система шарнирная. То есть, вот у лампы... Так, давайте я вот тут ее сейчас сделаю немножко слабее. Я пущу ее. Вот так вот. Вот у лампы... Так. Ну все, я, наверное, запись оставлю. Там, видите, я уже с ней вожусь. Все, на этом пока хватит. Перейдем к общему экрану. Так, ну вот, как видите, вот это сама наша именинница, такая сказать. Вот так вот немножко придвину ее. Как можете видеть, она хорошая, она крепкая, она яркая. Есть несколько вот таких вот крепежей. То есть вы видели уже сейчас на видео, что когда я показывал вам вот эту ступицу гигантскую и все остальное. В принципе, лампа хорошая, крепкая, надежная. Сверху никакого отсвечивания нету. Снизу светодиодная подсветочка. Привет. Слушайте, получится, кстати, любопытно вот мне. Слушайте, не просто, знаете, как вот Golden Mayer, там у них лев такой золотой, прямо так вот, вот золотую корону. Но я не пролезу, у меня слишком большая голова. Кажется, что маленькая, но она на самом деле очень огромная. Никто, ни один шляпник не может подобрать нормального размера мне шляпы с первого раза. Только с десятого. И то, если это отличный шляпник. Ну, в общем, как видите, хорошая подсветочка. Регулируется несколько режимов света, я вот пультиком показываю. Можно уменьшить яркость. Главное целиться именно в саму лампу. Вот здесь вот находится, я уже даже вот здесь вот вижу, вот здесь вот дырка есть, куда крепится вот крепление для телефона. И вот здесь вот находится вот датчик, который контролирует. Здесь обычные, вот здесь обычный просто передатчик, как обычный пульт от телевизора есть, как обычный пульт от телевизора. Есть красный цвет, есть зеленый свет, есть фиолетовый, синий свет, белый стандартный, то есть видите, хорошие для чтения, отлично пригодится, то есть... Она не только для стриминга, она по сути обычная хорошая настольная лампа. То есть вот так вот я ее даже немножко приподниму. Так, вот так вот я ее слегка приподниму, чтобы она была видна вам, но при этом не вращалась куда попало. Так. Даже где-то мне там что, откручиваешься, что ли? Да вроде нет. А, нет, это она просто на шарнире, это она на шарнире вращается. Извиняюсь, просто она на шарнире немножко тут держится. Это непривычно до сих пор для меня. Так вот. Есть фиолетовые... Есть, видите, это различные цветовые ориентации, различные лампы. Есть синие цветовые... Звонят. Минуточку. Одну минутку. Извиняюсь, был звонок. Отвлекли. Итак, вот такая вот лампочка. В принципе, очень хорошая. Мне очень нравится. Различные цвета, различные яркости, различные модификации.
есть такие вот переливы хорошие. То есть все зависит, как говорится, от вашего настроения. В общем, полный спектр радуги, я бы сказал. Есть обычный только для такого яркого мигания, для белой лампы. Есть такие вот с флеш, строп, фейд, смув. То есть полная комплектация. Мне, конечно, больше понравился все-таки вот такой вот ярко-желтый вариант. Вот мне желтенький очень понравился цвет. Я ее сейчас так вот поставлю и закреплю. Так вот поверну аккуратненько, чтобы хорошо было, чтобы она вот в кадр не лезла. Так вот поярче. Ой, настройки, все настраиваем. Но благо ламп теперь есть, и можно с вами спокойно, нормально, совместно стримить. Что ж, ребят, ну а с вами был глава Umbrella Tech Incorporated, Альберт Вескер. Я немножко увеличил яркость, хотя, наверное... Да, Аляр, конечно, красавец, но все-таки я, наверное, возьму... Желтый хороший цвет. Мне он очень нравится. Что ж, ребят, надеюсь, вам понравился сегодняшний анбоксинг. Надеюсь, я смог вот показать, чем хороши такие лампы. Кстати, забавно, у нее даже нету названия. Я вот так вот просто вот посмотрел коробку, но названия нету. Но так или иначе, ребят, надеюсь, все-таки вам понравился боксик. Ссылочку на магазин, где я заказывал эту лампу, я оставлю в описании. Обязательно по ней переходите. То есть продавец проверенный, доставили по Delivery Express очень быстро. То есть заказывал буквально на той неделе, вот на следующий день после нашего последнего отбоксинга. И вот прислали быстро. Оказывал к началу моего отпуска. То есть вообще прекрасно. Что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось. Если да, вас лайк. Да даже если просто вот если вам было приятно посмотреть, лайк, комментарий, подписка на канал, также подписка в группе Discord, ВКонтакте и на DeviantArt. Все ссылки найдете в описании к сегодняшнему анбоксингу. Всем до скорой встречи и всем пока. И обязательно переходите по ссылочке в описании к этому продукту. Если вам он понравился, закажите. Мне будет тоже приятно, вам будет очень полезно. Всем пока!